сорочки, ворот нараспашку, выйдет синий вечер. Так. Вести с полей. Это моя груша под названием Соров. Вот. Да, я знаю, что это гибридное дерево. Оно гибрид молодой. Если же у вас сейчас один из авторов этого дерева, которое мы дружим, и Елена Садна Савини знает, и Сергей Железов, что-то там ему с дипломом даже помогало, агронома, и а зачем этот диплом, кстати, если вынужден крановщиком работать, не пригодился, да? Ну, ну вот она, кандидат наук, один из авторов этого сорта. Ну, будем считать, сорт молодой, раз при ее жизни его еще. Ну, не устоялся за сотни лет. Вот он такой. А еще рядом есть кому опылить. То есть беспорядочные половые связи. Я вот специально взял первый поднявший вот такой вот. И вот такой. Это все с одного дерева. Вот он еще не устаканился. А дело в том, что он не корнесобственный. Я его привил. Еще влияние подвое. Вот такая картинка. Я просто хочу сказать, что вот, определить, если без бутылки, чуть не сказал слово без бутылки, определить сорт, когда не знаешь заранее, чего ты садил, чего ты привал, бывает довольно сложно. Вот. Листопад. Это еще начало листопада. Это было 15-го, сегодня 18-го. А это еще начало. У нас все сдвинулось в сторону зимы, потому что холодная была весна и поллета холодная. А потом нормальное лето. Но вот только сейчас начался листопад. И я еще раз, у меня тут опять фильм снял, опять ходил тут же. Брал листья вот эти, абсолютно здоровые, никаких, ни на одном листике, ни паршинки, ни этих самых, то, что называют манилиозом, и еще десяток названий. Нету вообще ни одной это, ничего. И вот это вот все приказано сгрести и сжечь. Одна из подлейших подлостей на планете. Потому что кто-то когда-то сказал, что здесь зимует вредно насекомое. А где зимуют полезные, а? В соседнем саду? Где они зимуют полезные? Это все единое целое. Здесь идет сплошное это, извините, взаимное уничтожение. А потом мороз все это добьет. Самое страшное. Вот это все останется в виде еще защиты от мороза почвы, корней. Дополнительно. А ну, еще будет сыпаться, сыпаться, сыпаться. Потом будут накормлены черви. Черви накормят дерево. Дерево повысит до предела свою жизнестойкость. Запас прочности, оно в термины внедряет. Не морозостойкость, не зимостойкость, а жизнестойкость. Предел прочности. Это все зависит вот от этой листвы. Потому что листва – это важнейшая часть дерева. Как от этого идиотства отучить людей, миллионы? Чтобы они не горбатились. Ведь когда-то именно старики уже не могут. Сейчас на моих глазах, вот вчера умер старый садовод. Вот. В реанимации помог еще этот, эта инфекция. Вот. Сколько они горбатились. У нас вот это ущелье, да, и поселки идут там. Идет там Летник, потом идет Означенное, потом Майна, потом Черемушки, а между ними большой колок, большой, все это там сплошные сады и дома. И вот когда нет ветра весной, все это покрыто густым дымом, это горят костры, горит плодородие почвы. Это гигантская ненужная работа, тупая, ненужная, но люди не знают этого. Им вбили в голову, что там насекомые дикие, зловредные. Ну как сделать так, чтобы... Помогите мне, ради бога, распространяйте. Ведь уже дошло до того, что 300 просмотров – это предел. Ну, случайно там предпоследние там 450. Это не, уже вообще не это. Как нам сделать так, чтобы у нас сады появились? Я уже в отчаянии говорю. Вести с полей. Время какое? 15 октября. Висят последние яблоки полновидные. Это не потому, что они зимние, потому что лето сдвинулось. Вот это поздние зимние яблоки. Вот. Синап северный. Но уже окраску он теряет, теряет, теряет. С каждым годом. А у него он был такой красивый. Ох.